Ох, я устал уже работать, уже пора спать. Выключать свет, наверное, не буду. Вот, наполовинку выключен и достаточно. И что там у нас на улице? Уже как бы темно очень, да? Ох, даже как-то холодно здесь. Ладно, думаю, я уже буду ложиться спать, покушать не хочется чего-то. Ладно, да, я лягу спать уже. Так устал, это просто жесть. Ох, так. Как же хорошо лежать. Что это был за звук? Эй, ты! Кто? 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 Что? Что? Кто зовет-то? Я под кроватью! Что? Кто там? Так, надо достать свой топорик и посмотреть, кто там. Что? Привет, Найсик, бро! Я ждала всю ночь, когда ты меня заметишь. Я всю ночь пряталась у тебя под кроватью. Ну что ж, давай знакомиться. Я Момо. Привет, Момо. А что ты делаешь у меня под кроватью вся в крови? Я хочу, чтобы ты пошел кое в какой портал, который я для тебя приготовила, Найсик Бро. А попасть ты в него можешь только за лайки. А где портал-то? Вот тут, да? Ничего себе! Так, интересно. Момо, ничего себе! Охренеть, за лайки говоришь? Ребят, добрейшего времени суток для начала. И знаете что? Момо говорит, что если вы поставите лайки, то я смогу пройти в этот портал. Интересно. Мне очень интересно, что там находится. Давайте попробуем набрать лайков, много. Ну, как она просит. И я пойду туда реально. Сейчас подождем чуть-чуть. Момо, а ты, если я пойду туда в портал, я смогу вернуться вообще? Да, сможешь, только если ты там не умрешь. Ха-ха-ха. Блин, нафига я вообще согласился? Ладно, пойду. Так уж и быть. Ну, конечно, я не доверяю тебе, какая-то ты жуткая на самом деле, Момо. Ладно, все-таки я прыгну туда. Так, лайки уже вроде собрались. Собрались, да, Момо? Да, собрались, иди. Ладно, я иду. Я пойду сейчас. Раз, два, три. Побежали! Ох, где я? Кажется, я под землей. Тут очень плохо пахнет. Как-то какой-то, я не знаю, чем вообще, какой-то запах тухлятины. Надо выбираться отсюда срочно. Так, как бы выбраться отсюда? Вот так? Вот так? Что это? Это бабка Гренни ползет! Что ты тут делаешь вообще, старуха, блин? Так, надо ее прикончить. На, получай. Ох, я ее убил. Ох, спокойно. Так, надо землю прокопать и вот так вот подняться. Что тут вообще есть? Что это там? Что? Офигеть! Кто ты? Момо, что ты тут делаешь? Ай, ай! Нет, они идут за мной, там их просто куча! Надо как-нибудь закрыться здесь. Так, их тут просто нереально, они кишат, Это деревня кишит ими просто, это кажется моя вообще деревня. Ай, так, надо их убивать отсюда. На! Так, у меня кончаются патроны, нет! Надо заходить, срочно. Так, вот сюда побегу. Что у нас здесь? Получай, маленькие. Блин, у меня кончаются патроны. Так, надо срочно искать, где получить хотя бы немножечко оружия. Вот так. Нет. Что же мне делать-то? Так, ладно. Сейчас буду думать. Ой, здесь балди лежит труп. Бабка Гренни мертвая. Так, стоп. Отойди от меня. Так, надо бежать. Вот сюда, заходим в дом, срочно, чтобы они меня не убили. На! Так, нет, они меня сейчас прикончат, бежи! О, господи, ой, бабка Гренни ползет. Так, что ж делать-то мне, а? Так, выходить точно нельзя, а я на меня кусает, больно. Так, о, сундук, срочно надо взять оттуда что-нибудь. Так, о, ничего себе, тут куча патронов. Так, точнее оружие. Так, я не знаю, привалить она какая-то медленная на самом деле. Что она делает? На! Так, главное экономить патроны. Конечно, классно, я сэкономил. Ладно, идем. Что же мне делать? Момо, что тебе-то нужно? Я вообще не понимаю. Ай, блин. Надо избавиться от этого. Ай, она заходит. Блин, я промазал. Вот так вот ее. Получай. Так, о, с нее что-то выпало.
Бластерная винтовка, неплохо. Так, наверное, я быстро их убивать буду теперь. Сейчас попробуем. На! Нет, кончились патроны! За что мне это? Надо бежать. Нет, их тут просто полно. Так, вот сюда побегу. Ой, что это тут творится? Так, ой, я промазал случайно. Блин. Так, о, там оружие выпало, надо взять его срочно. Мне только бы экономить оружие. Так, вот сюда проходим, проходим, проходим. Так, нет, нет, вот сюда, все. Так, здесь я могу поесть спокойно. Ох, это как бы точка отдыха. Так, мне надо, наверное, очистить эту деревню от этих мобов, потому что это реально, они здесь не должны быть. Ох, я чуть-чуть передохнул, можно идти. Так, куда бы пойти? Мне надо, наверное, по всем домам пройтись, но для начала надо очистить эти улицы от них, потому что их тут просто полно. Бабки Гренни, тут еще эти момо дурацкие, просто жуть. Ох, у меня, кстати, куча патронов, я могу долго пользоваться этой винтовкой, она очень хорошая. Так, что же мне делать? Надо вот эти вот оружки подобрать. Так, у нас тут мертвый Балди лежит. Да что же они тут делают-то, а? Что это вообще за деревня такая проклятая? Как я сюда попал? Это я все в телепорт зашел, этот дурацкий. И теперь я пострадал просто. Кстати, здесь реально какие-то боссы есть. Надо оглядеть деревню. Заберусь вот так на какой-нибудь домик. Вот так вот. Так, надо посмотреть вообще, что здесь есть. Бабки Гренни снова же. Нате, получайте. Кстати, надо потратить на них что-то не очень нужное. Вот так вот их собьем отсюда. Так, вообще, умирайте все здесь. Так, может, какой-то ключ нужно от какого-то из здания. Я вообще не понимаю, что мне предполагать. Так, что здесь есть? Вот они стоят, блин, смотрят на меня вообще. Так, я заберусь вот сюда и посмотрю внимательно по тем сторонам. Огромная бабка Гренни! Ничего себе, она там огромная! Так, вот это вот мы убиваем все. И теперь, сейчас я попробую как-нибудь вдалеке убить мобов. Вот так вот сделаем. Так, у меня тут подо мной куча мобов. Наверное, я их поубиваю сейчас быстренько. Получайте, твари, вообще. Так, вот сюда пройдем и... На! Нет, они меня рубят. Охренеть, они дамажат-то вообще. Ну как, если их собрать в кучу... Ничего себе! Это... Так, у меня куча оружия, можно тратить патроны. Главное выжить. Так, получай. Так, все, сожгли ее. У меня тут еще бластерная винтовка. Вот это повезло. Так, наверное, я уберу вот это. Вот так вот возьму. Все, неплохо. У меня теперь бабки Гренни мне не особо мешают теперь. Так, вот это вот надо убивать нечисть. Вот эту вот маленькую. Охренеть она. Она, посмотрите на нее. Она просто еле ползет. Ой, ой. Так, получай. На, на, на. Ты умрешь сейчас. Поздравляю, бабка Гренни, ты напал не на того человека. Ух, это просто жуть какая-то. Что здесь они делают? Что это за деревня? Мне это срочно нужно узнать. Так, у меня есть миниган. Сейчас я уже могу неплохо так справляться с ними. Кстати, посмотрите на эту жуть. На! Ух, так, ну, в принципе, уже как-то более-менее. Так, обойду-ка я все домики. Надо как-нибудь пометить. Не, никак. Так, ладно, вот он дом. Это край деревни. Посмотрим все дома. Ох, господи, да что ж ты тут делаешь, что мертвый Балди? Ай, да что вы пристали-то? О, это же... Нет, так, что вы тут делаете-то? Так, это у нас кто? Это у нас... Это Экзер Райдер. Райдер, что ты тут делаешь? А он весь раненый какой-то. Танцует или что он делает? Он как-то трясется. Ему холодно, наверное. Ну, блин, я ничего не могу сделать, Райдер, извини. Кстати, я твоих сородичей убил, но просто я испугался, вы в крови все. Ладно, проехали. Сейчас как-нибудь надо выбираться отсюда. Только вот как мне из этого портала? Куда идти? Вот, кстати, у меня есть предположение. Я вот вспоминаю, что у меня в деревне все именно так и выглядит. Ну, конечно, все чистое, модернизированное, а здесь какое-то, ну, странное, что ли. Ладно. Так, убиваем все. Здесь оно все как бы разломанное, а у меня все чисто. И, кстати, расположение домиков прям идентично моему городу, моей деревне, точнее, какой город. Вообще недалеко, кстати, от города живу, но это сейчас не имеет значения. О, кстати, мертвый Балди лежит. Да что же вы мертвый-то все? Он еле живой. Балди, скажи мне, что делать?
Я не знаю. Просто беги отсюда. Балди, я не знаю, мне надо спасти эту деревню. Ой-ой-ой-ой-ой! Что ты тут делаешь вообще? Они просто караулят меня у этих зданий. Так, ладно, сейчас сломаем и пройдем сюда аккуратненько. На-на-на-на-на-на-на! Так, все, помирай. Так, что у меня тут есть? Тут яблочки есть, я их заберу, наверное, себе. Так, а пора идти. Так, Балди, ладно, лежи здесь, я не знаю, как тебе помочь. На, держи одно яблочко, может, тебе поможет, братан. Так, я пошел. Куда бы мне пойти? Так, для начала надо обыскать все дома, как я и планировал. Вот сюда зайдем. Нет, нет, нет! Да что же вы тут делаете-то? Получайте. Так, я вас всех убью. Так, Райдер, иди сюда, я тебя убью, ну вообще налегке. Получай! Так, на-на-на-на-на! Так, у меня кончаются патроны, на-на-на-на-на! Ох, вот это неплохой дроп, мне так кажется. Ох, вообще классно. Так, наверное, я поменяю свои оружки. Так, уже, кстати, это утро начинается. Сейчас, сейчас, ой, что-то у меня голова заболела. Ох, я уснул, кажется. Снова ночь? Да блин, да как же я всю ночь проспал? Да какого хрена вообще? Ладно, Балди еще мертвый. Так, вот сюда пойду. Здесь осталось осмотреться, нет! Отойди от меня! Нет, они нападают со всех сторон! Ух, хорошо, что у меня куча пушек. Так, что у нас здесь есть? Может, какой-то секрет здесь? Может, нет, ничего нет. Так, ладно, 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 дальше иду. Здесь тоже ничего не... Ай-яй-яй-яй-яй, их тут полно! Они меня скинули, нет-нет-нет! Срочно активизируем пушку! Ох, я чуть не умер! Это просто жесть! Как? Так, отойди от меня! Отойди, я сказал! Так, все, надо бежать отсюда! Так, ух, последняя страшная... Момо, просто странная какая-то она у нас. Так, вот так, получай, получай. Ай-яй-яй, она меня пробила неплохо. Ух, оу, а вот это мне уже нравится. У меня теперь есть атомный излучатель, ребят. Так, кстати, дождь начался. Ох, так, все, я переждал в каком-то домике. Дождь кончился, а ночь так и осталась. Вообще, кажется, она тут какая-то бесконечная, хотя был рассвет, я помню. Ну, в общем, я не знаю, как это вообще произошло, почему у меня голова заболела утром. Ну, это ладно, это не важно, в принципе. Надо просто осматривать все дома. И уже можно, кстати, идти в последний дом, который я разглядывал. Потому что... Ой, ладно, здесь ничего нет. Так, только бы вспомнить, где он. Надо осмотреть его и уже как-то выводы делать, что там было-то вообще. Вау, мороженщик! Надо спросить его. Эй, мороженщик! Ой-ой-ой-ой-ой! Что вы тут делаете вообще? Так, получайте. Просто вы не должны жить. Так, надо поесть срочно, потому что это очень опасно, умирать им нельзя. Так, я пройду как вам. Что у вас тут? У вас тут мороженщик лежит. Отойдите от меня, я сказал. Отошли. О, мороженщик, извини. Нет, я мороженщика сжег. Нет, за что? Мороженщик. Господи. Ох, я очень хочу спать. Ох, прилягу-ка я. Ох, так. Эй, мороженщик, ты что тут делаешь-то вообще? Мороженщик, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Чувак. Под кроватью кое-что есть. Беги отсюда срочно, пока тебя не съели, Момо. Идет огромная толпа Момо. Огромных, страшных, разных форм. Беги, друг. Ладно, кстати, мороженщик мне помогает. Охренеть, что ты тут делаешь, Момо? Что, что? Момо, что ты тут делаешь? Ой, умирай. Так, все, надо бежать. Ох. Ой, что я тут делаю? Да господи, Момо, что вы тут делаете? Так, Момо. Эй, не убивай меня! Я не хотела тебя туда впускать! В смысле не хотела? Получай, засранка! Вообще охренела! Ох, господи, что у меня там делает портал? Ладно, я как-нибудь заделаю этот портал. Ох, ребят, с вами я прощаюсь. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, потому что я реально не знал, что у меня это делает вообще тут в каком-то подвал. Откуда у меня вообще? Это реально жуть, ребят. Ну ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.